Приветствую. На нашей арене встречается взрослый призрачный левиафан против морского дракона. Оба соперника имеют гигантские размеры и представляют друг для друга невероятную опасность. Это столкновение двух несовместимых биомов – активной и неактивной лавовых зон и мертвой зоны, где царит лишь мрак и холод. Тактика морского дракона проста – плавать кругами и запутывать взрослого призрачного левиафана, не давая попасть по себе, да еще извергать столпы смертельного пламени, который наносит огромное количество урона. А иногда морской дракон плюет лавой, вызывая мощный взрыв. Это невероятно мощная атака. Такая же способность встречается у лавовой ящерицы. Жаль, что морской дракон не всегда сможет попасть по своему оппоненту. А преимущество взрослого призрачного левиафана в его подвижности. Он с легкостью может извернуться в самых малогабаритных пространствах. То и дело морской дракон извергает огонь из зубастой пасти и иногда попадает в призрачного левиафана. А призрачный пытается уйти от столкновения с огненной субстанцией, но не всегда это у него получается. Житель мертвой зоны то и дело кусает дракона за бока, и дракон не может увернуться от этих атак. Оба противника выматываются до неузнаваемости. Силы их не безграничны. Идет 27-я минута сражения. Призрачный изворачивается, кусает дракона в шею и укладывает его на спину. Морской дракон побежден! А звание самого опасного левиафана мира Сабнаутики присуждается взрослому призрачному левиафану, жителю мертвой зоны. Благодарю за просмотр.